Что содержит в себе огурец? Чем помогает организму огурец? Какие лекарства можно сделать из огурца? Смотрите видео до конца и узнаете, чем так хорош и полезен обычный огурец. Перед просмотром видео давайте пожелаем друг другу здоровья и хорошего дня. А если вы подпишетесь на канал, то всегда будете в курсе, как сохранить и приумножить здоровье. Огурец – приятный и полезный овощ, который выращивают почти во всех странах. Он занимает 4-е место по объему выращиваемых овощей во всем мире. Что содержит в себе огурец? По своему составу огурец не настолько богат витаминами, как другие овощи. Однако в нем содержится большое количество растворенных в воде минералов. А воды в огурце 95% его состава. Огуречная водичка содержит калий, кальций, фосфор, натрий и магний. Кроме минералов, в огуречной воде содержатся ферменты и другие биологически активные вещества, способствующие усвоению белков, витаминов из других продуктов. Один из ферментов огурца по своим свойствам похож на инсулин, что позволяет рекомендовать в пищу огурцы больным сахарным диабетом. Также в составе огурца присутствует фитостерол, растительный аналог холестерина. Он проникает в кровь, заменяет животный холестерин, но не приводит к развитию атеросклероза. При употреблении в пищу огурцов примерно 10% находящегося в крови холестерина замещаются на растительный аналог. Чем помогает организму огурец? Полезные свойства зеленых родственников арбуза и тыквы следующие. Восполняет необходимое количество жидкости, поскольку в основном состоит из воды. Если не нравится пить воду, то можно есть огурцы. Помогает унять жжение в желудке и пищеводе. Борется с изжогой и отрыжкой. Способствует уменьшению местной реакции кожи после ожога, поскольку понижает температуру, регулируя местный теплообмен. Как продукт, содержащий воду, способствует выведению из организма мочевой кислоты, чем избавляет суставы и почки от солей. Является средством дезинтоксикации, поскольку уменьшает концентрацию токсинов и выводит их из организма. Помогает избежать похмелья, поскольку нейтрализует и выводит токсические продукты разложения этилового спирта. И помогает за счет минералов восстанавливаться клеткам, особенно нервной системы. Понижает уровень мочевой кислоты, стабилизирует состояние суставов. Достаточное количество воды, растворенные в ней кремний и сера, улучшают состояние волос и ногтей. Борется с микроорганизмами, вызывающими воспаление слизистой полости рта, способствует заживлению язв и эрозии на деснах и языке, освежает дыхание. Понижает уровень холестерина и глюкозы крови, что особенно полезно людям старшего возраста. Поскольку уменьшает концентрацию вредных веществ, то и является средством профилактики онкологии. Нормализует водно-электролитный баланс, выводит лишнюю жидкость, уменьшает отеки, особенно показательно подобное действие огурца при наложении кусочков зеленца на мешки под глазами, которые быстро проходят. Улучшает пищеварение, помогает избавиться от лишних килограммов, способствует усвоению витаминов и белков. Очищает печень, почки и кишечник, обладает желчегонным действием и способностью растворять камни в почках. При употреблении с другими овощами витаминизирует организм и повышает уровень многих минералов в крови, что способствует повышению активности иммунитета. Огурец обладает необходимыми для здоровья человека свойствами, если его употреблять в качестве пищевого продукта. Каждый день есть салат с огурцами. Но еще огурец является средством для приготовления лечебных снадобий. Какие лекарства можно сделать из огурца? В качестве лечебного средства можно использовать сок огурца, делать отвар или настойку. Вот несколько рецептов. Сок огурца полезен для печени и желудка. Его употребляют по 100 мл 2 раза в день перед едой. Такое лечение нейтрализует симптомы гастрита и поможет при гепатите. Зрелые семена огурца измельчают, употребляют в виде порошка, который запивают водой при туберкулезе и заболеваниях селезенки. Отвар из огурцов уменьшает отечность и используется при появлении отеков на фоне сердечных заболеваний и сосудистой патологии. Необходимо 100 грамм порезанного огурца залить 200 мл воды и проварить в течение 5 минут. Отвар принимать по половине стакана 3 раза в день в течение недели. Для устранения постоянных запоров, при болях в желудке, сильном кашле поможет сок огурца, смешанный с медом.
100 мл огуречного сока смешать со столовой ложкой меда и принимать по 15 мл 3 раза в день на протяжении 5-7 дней. Помогает при ожогах порошок из семян огурца, которым надо посыпать плохо заживающие раны. Огурец полезен для кожи лица, он очищает кожу, повышает содержание в ней жидкости, способствует ее эластичности. Его используют в виде протирания кожи огуречным лосьоном, приготовленным из огурца и растительного масла. Необходимо сложить в емкость порезанный зеленец, залить таким же объемом растительного масла, желательно холодного отжима, дать настояться в холодильнике в течение нескольких дней и затем использовать для протирания лица. Полезные свойства огурца позволяют его широко использовать в кулинарии, косметологии и медицине. Не стоит только слишком увлекаться употреблением огурцов при желчнокаменной болезни, острой язве желудка, энтероколите, аллергии на овощ. Ну а во всех остальных случаях ешьте на здоровье.